Сыграем в Poppy Playtime. Спаси меня! Куда ты его тащишь? Ты пополнишь коллекцию моих монстров. Моя собака! Как мне спасти его? Если станешь Кэтнэпом, сможешь спасти свою собаку. Я буду Кэтнэпом! Я спасу собаку! Иди сюда! Кажется, это тебе. А как? Мне пора. Ты отдал? Да. Мой план сработает. Помогите! Скоро у меня будут все монстры. Что мне понадобится первым? Это было легко. Мне не добраться до парика. Ради тебя я все сделаю. Еще чуть-чуть. С этим справилась. Все идет по плану, мисс Делайт. А это что? Вы арестованы. У вас есть право хранить молчание. Не отвлекаемся, что тут дальше? Это не то. Отпусти меня, сумасшедшая! Снова не то. То, что нужно. Ну, приступим. А где? Присядь-ка. Ах ты маленький. Пришло время покружиться. Ты за это заплатишь. Ты много болтаешь. Пора выбираться отсюда. Ты далеко собрался. А где мисс Делайт? Куда она ушла? Какой же ты глупый. Запри собаку и развяжи меня. Только не этим. Я развяжу тебя. Это интересно. Не понимаю. Ты знаешь, кто это? Нет, нет, нет. Лузер, лузер. Это Хаги-Ваги. Где мне его найти? Надеюсь, он меня не заметит. А это кто? Получай, грабитель. Это мне тоже нужно. Ну уж нет. Сыграем. Я справлюсь одной левой. Мне не справиться. Ребята, нужна ваша помощь. Ставьте лайки, чтобы я выиграла и спасла мою собачку. Эй, мне тоже ставьте лайки. Вот так. Еще немного лайков, и мы победим! Спасибо за лайки!
Вот так тебе! О, еще штришок. Готово. Ты у меня попляшешь еще. А как тебе такое? Только не когти! Посмотрю-ка фильм. У меня есть идея. Вот это любовь! Так будет вкуснее. Жжет! Ну, я тебе устрою. Помогите! В этот раз ты доигрался. У тебя не получится убежать. Я устала от тебя. Отдохну пока. Алло, нужна срочная доставка. Это кому? Бросай сюда. Миссия прошла успешно. Чаевые я добавил. Проснись и пой. Надеюсь, там нет никакого монстра. Алло? Что происходит? Танцы я люблю. Что случилось? Еще нужен кулон. Думай, думай. Придумала. Пишите в комментариях, если тоже любите шоколад. Делаем вот так. И вот так. А теперь добавим глиттер. Какая красота! Готово. Что там дальше? Это? Пишите в комментариях, если знаете, кому это принадлежит. О, это весело. А это что за движение? Эта собака меня уже достала. Я все равно выберусь отсюда. Твое время вышло. То, что нужно. Это была последняя капля. Тебе конец. Осталось только это. Снова эти загадки. Знаешь ее? Нет, нет, нет. Яблочко. Придумала кое-что поинтереснее. Это Мами Лонглекс. Где мне ее найти? Вперед! Что здесь происходит? Я такая толстая! А это кто такая? Мне нужно стать кэтнэпом, чтобы спасти мою собачку. Мне нужно спасти собачку. Вон! Эй, смотри, куда идешь. Придумала.
Мами? И финальный штрих. О, Хаги! Мами! Отличная работа. А теперь к делу. Все готово. Что теперь? Теперь ты станешь монстром для мисс Делайт. Все готово, шеф. Наконец-то все в сборе. Что это значит? Ты обещала отпустить мою собаку. Это был мой план. Теперь у меня будут и Кэтнэп, и Дог Дэй. Тебя давно нужно было проучить. Думала сбежать? Я тебя не боюсь. А зря. Тебе не скрыться. Не волнуйся, я спасу тебя. Я же теперь Кэтнэп. Сладких снов. Скорее вытащи меня. Я пытаюсь, но не знаю как. Вам помочь? Ты скажешь на это? А мне нравится быть Дог Дэем. Наконец-то мы вместе. Из тебя получится отличный Кэтнэп. Да, мне тоже нравится. Поиграем? Да, только не здесь. Да, найдем другое место для игр. Обожаю наши игры, малышка. Я тоже. Лови. Теперь ты поиграешь со мной. Кто ты? Я не хочу с тобой играть. А тебя никто и не спрашивал. Дог Дэй? Где моя собака? Что случилось? Дог Дэй пропала. Я помогу тебе ее найти. Но как? Здесь должна быть улика. Есть подозреваемые. Но кто? Добро пожаловать домой. Зачем ты меня сюда притащила? Маленькие детки любят собак, поэтому я вас всех уничтожу. Вот наши подозреваемые. Кто-то из них украл мою собачку. Если вы видели, кто украл Дог Дэя, пишите в комментариях. Как же ее успокоить? Придумала. Вот, другое дело. Проверим первого подозреваемого. Что я здесь делаю? Ты украл мою собаку? Где она? Это не я, клянусь. Докажи это. Где ты был сегодня с утра? Этого я вам никогда не скажу. Хочешь пить? О, спасибо. Вкусненько. А что это было? Сок правды. Теперь-то ты все нам расскажешь.
Я ждал девушку на свидании. Она такая красотка. Конечно, я взял своего друга с собой. Это от чистого сердца. Лузер! Эта крошка будет моей, неудачник. Все смеялись надо мной. Ладно, мы тебе верим. Не волнуйся, ты еще встретишь любовь. Не отвлекаемся. Да-да. Кто же это мог быть? Как же мне выбраться отсюда? Надеешься убежать? Вот только сниму ТикТок и сразу тебя прикончу. О, нет, я должна что-то придумать. Никому не нравится? Кажется, я придумала. Вот тебе, получай! И это вам нравится? Теперь тебе точно конец. Следующий подозреваемый Хаги-Ваги. Он же монстр! Всех уничтожить! Помогите! Мы должны его найти. Переносимся домой к Хаги-Ваги. Ты здесь живешь? Это странно. О, гости, хотите тортик? Ты нам зубы не заговаривай. Где Дог Дэй? Я ее не видел. Где ты был сегодня утром? Я проснулся, выпил кофе, сыграл партию в шахматы. Лузер. Потом я делал утреннюю зарядку. Я был дома все это время. Он ни в чем не виноват. Мы тебе верим. Где же она? Ненавижу собак. Я должна выбраться отсюда. Тебе не убежать от меня. Ты мне уже надоела. Упс, я так делаю, когда нервничаю. Там птичка. А это откуда? Тебе пора освежиться. Запускаю. Получай, получай. Ты меня достала. Думаешь, это Кейн? Добро пожаловать в удивительный цифровой цирк. Алле-оп. Браво. Браво! Я не позволю ему так использовать Дог Дэя. Добро пожаловать, Вуди! Ты украл мою собаку? Я впервые ее вижу. Нам нужно твое алиби. Что ты делал сегодня утром? Расскажу, если сыграете в игру. Первый удар твой. Боулинг? Вот это супер удар! Хм.
у вас остался последний удар. Ладно, ладно, я все расскажу. С утра я позавтракал любимой едой. Но этого было мало. И я заказал больше сладостей. О, да. Из-за всех этих конфет у меня выпал зуб. Но я знал, что делать. Фея. Молодец, бери монетку. В сторонку. Твоя монетка. Этого мало. Ладно, вот твои деньги. Это любовь с первого взгляда. Окей. Ты выйдешь за меня? Я согласна. А дальше вы знаете. Тогда осталась только одна. Мами Лонглегс, удачи вам. Скорее отправляемся к ней. Упс, не туда. Почему вы так долго? Я спасу тебя, малышка. Думали спасти ее? Я одолею тебя. А можно поскорее? Я же говорила. Вам конец. Сладких снов. Скорее вытащите меня. Как же нам его пробить? Сейчас мы с ним быстро справимся. Да, так его! О, нет, он разрядился! Ребята, ставьте лайки, чтобы мы могли освободить Дог Дэй. Ставьте еще лайки, чтобы нам хватило энергии. Ребята, спасибо большое! Нам нужно убираться отсюда. Они что, не работают? Что это за место? Какой малыш? Совсем один. Помогите, я потерялся. Конечно, сладкий. Я заберу тебя. Я вижу, ты нашла моего песика. Я его не знаю. Мне страшно. Я тебе его не отдам. И что ты мне сделаешь? Фокусы покажешь? Могу и фокусы. Выбери карту. И что это значит? Бежим, малыш. Вы от меня все равно не спрячетесь. Здесь ты будешь в безопасности. Да ты весь горишь. Я плохо себя чувствую. Не переживай, я спасу тебя.
Я слишком долго бродил по улице. О нет, он умирает. Ты сделала все, что могла. Ну уж нет, я так просто не сдамся. Ребята, нужна ваша помощь. Скорее ставьте лайки, чтобы мне хватило энергии. Его жизнь в ваших руках, друзья. Еще немного лайков. Спасибо, вы лучшие. Ты в порядке? Все хорошо. Главное, что мы спасли тебя. Я так проголодался. Да-да, малыш. Сейчас я что-нибудь придумаю. Боюсь, у меня ничего нет. Я останусь голодным. Привет, Помни. О, какой милый песик. Он голодный, а мне нечем его кормить. Фу, какая гадость, что это? Это вкусно и очень полезно. Может, я смогу заказать еду? Кажется, я вижу монетку. Я надеюсь, это деньги. Это нам сейчас не поможет. Нужно позвать Кейна. Ага. Добро пожаловать в удивительный цифровой цирк. Нам нужна твоя помощь. Нам нечем накормить этого песика. Какой хорошенький. Как тебя зовут? Я не знаю. Давайте посмотрим. Проще простого. Тебя зовут Нави. Спасибо, конечно, но как насчет еды? Вам нужно сыграть в игру. Приз – корм для Нави. В какую еще игру? Kick the Can. Прятки с Кейном. Надеюсь, вы выиграете. Но для этой игры слишком мало игроков. Придумала. Рогата, давай играть. Обожаю игры. То, что нужно. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Я нашел ее. Это было несложно. Не поймаешь? Эй! Я кое-что придумал. Здесь они меня точно не найдут. Ты видел эту собаку? Да, тебе туда. Я выиграла. Дай Нави корм. Ну что ж, вот ваш выигрыш. Наконец-то еда. Где Нави? Может, его кто-то украл? Ребята, если вы видели, кто украл Нави, пишите в комментариях. Напишите, чтобы я знала, где искать. Кауфмо? Спасибо вам, ребята! Как же я тоже хотела помочь. Помни, спаси меня. Далеко собралась? Верни мне Нави. Я все равно тебя одолею. Ты думала, это будет легко, глупышка? А вот сейчас это пригодится. И кто тут теперь глупышка? Освободи меня! Ага. Я же говорил, что легко не будет. Я пришла на помощь. Вы что, танцуете? Вы
выключи электричество. Ага. Как ты, подружка? Спасибо, что спасла меня. Вы отцепите меня. Наконец-то спасибо. Вы думаете, что уйдете с ним? И кто нам помешает? Уходим, пока он не вернулся. Я пока отдохну. Хорошая идея. И ты приляг. Где же мне прилечь? У меня нет своего домика. Мой бедный малыш. Я что-нибудь придумаю. Нет, это не то. Я гений. А где ты возьмешь детали? Машина Коуфмо. До нас ты теперь не доедешь. Ты хочешь, чтобы я жил в колесе? Это только основа, малыш. Нужно убрать этот ужасный цвет. Это подойдет? Идеально. Что теперь? Где-то у меня была нужная деталь. Ты что здесь делаешь? То, что нужно. Здесь чего-то не хватает. Спасибо, что дали поспать. Так будет мягче. А что вы тут делаете? Делаю домик для Нави. Вау! Я могу смастерить себе отличную юбку. Мы найдем этому лучшее применение. А у тебя отличный вкус. Кажется, я знаю, чего здесь не хватает. Чего? Скажите и мне. Сейчас увидишь. Стало больше света. Готово. Спасибо, у меня никогда не было такого домика. Эй! И заключительный штришок. Кажется, я снова проголодался. Она всегда теперь будет здесь. И обязательно запивай водой. Спасибо, что заботишься обо мне. А теперь, может, поиграем? Я с радостью. Вы играйте, а я, пожалуй, отдохну. Нави разодрал мою игрушку. Простите, мои коготки слишком острые. Сейчас мы это исправим. Ой-ой, я боюсь. Это же совсем не больно. Ладно, воспользуемся лайфхаком из ТикТока. Выглядит странно. Зачем ты переводишь продукты? Нави, угощайся. Это вкусно. Готово, и совсем не страшно. Такие процедуры мне нравятся. Теперь можем играть. Ребята, а какие любимые игрушки у ваших питомцев? Пишите в комментариях. Добро пожаловать в удивительные цифры. Я вот по какому делу. У меня кое-что пропало. У нас ничего нет. А это там что? Кейн, смотри, я умею жонглировать.
Смотри, фокус. Эй, это моё. Мы покажем невероятное представление. Алле! Оп! Браво! Это невероятно! Да, у меня много талантов. Белиссимо, я даже забыл, зачем приходил. Ну что ж, браво. Тебе уже пора. Браво! Браво! Браво, 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 браво! Домик останется мне? Конечно, малыш. Кто это может быть? Сейчас посмотрим. Там никого нет. Что с тобой? У меня что-то в зубах застряло. За тобой, Кауфмо. Сюрприз! Нави, прячься! Мне страшно. Стоп! Это что, колесо от моей машины? Мы не отдадим тебя, Нави! Тебе понравится в моей тюрьме. Хватай, Нави! Пожалуйста, спасите! Бежим! От меня не убежите. Странно, никого нет. Я так и знал. Кто там? Привет. Ты пойдешь со мной. Эй, не трогай меня. Я нашел игрушку. Помоги мне. Я спасу тебя. Что это за костюм? С тобой все в порядке. Добро пожаловать в мир цифрового цирка. Меня зовут Кейн, я здесь всем заправляю. Ты похитил нас. Верни нас обратно, а то я тебя... Полегче, леди, в цифровом цирке запрещены такие слова. Да? А такие? Так его... собака... Я забыла твое имя. Я тоже твое не помню. Сейчас дадим вам новые имена. Кингер? XDDCC. Ужасное имя. Давай поменяем. Так лучше? Лучше будет, когда мы уйдем отсюда. Уйти можно, только получив этот ключ. Отдай его, негодяй. Окей, только не нужно так кричать. И что нам делать? Кажется, нам сюда. Это не похоже на выход. Это больница. Не люблю больницы. А я панически боюсь врачей. Тебе повезло, что здесь никого. С тобой все в порядке. Больно. Эй, кому-то больно? Это врач, бежим. Сейчас я это исправлю. Кингер, помоги! Я не могу. Сейчас будет немного больно. Нет. Кингер, сделай что-нибудь. Я боюсь врачей. Нужно перебороть свои страхи. Хорошо. Держись, я спасу тебя, помни. Молодец, Кингер, а теперь освободи меня. Воу, у меня кружится голова. Сейчас я вылечу это головокружение. Помни, бери другой конец. Ага, поняла. Что? Получай, врач. Упс. Не трогайте меня. Ну и кто теперь боится? Пойдем отсюда.
Спасибо, ты спас меня. Теперь ты не боишься врачей? Не боюсь. Спасибо тебе за это. Как вам удалось выбраться оттуда? Ты же боишься врачей. Эта помни мне помогла перебороть этот страх. Что? Она не должна была тебе помогать. Посмотрим, что ты будешь делать без нее. Помни, нет! Я остался один. Я боюсь оставаться один. Что делать? Что бы сказала помни? Точно, я один, но я справлюсь. Нужно найти ключ. Тут нет ключа. Тут пусто. Здесь тоже нет. Ребята, помогите открыть дверь. Мне нужны ваши лайки. Нужно больше лайков, или я здесь застряну навсегда. Еще, еще! Мне нужно спасти помни! Спасибо! Помни, я тебя спасу! Верни Кингера! Верни Кингера! Верни Кингера! Стоп! Давай я тебе все объясню на примере. Давай! Это ты, а это Кингер. И вы больше никогда не увидитесь. А это кто? Неважно. Кингер! Я нашел тебя! Как ты выбрался? Тебе некому было помогать. Я переборол страх одиночества. Ах так, ты теперь ничего не боишься? Ничего не боюсь. Тогда мы будем работать с твоими страхами. С моими страхами? Ты что, боишься беспорядка? Да нет. Мне он нравится. Но родители постоянно заставляли убирать. Понимаю. Помни, ты где? Помни, почему тут такой бардак? Помни, кто это? Это моя мама. А ну немедленно все убери. Но ведь это не я сделала. А кто? Может, этот милый песик? Нет, я ни при чем. Значит, это ты виновата. Но это не я. Вечно ты кладешь все, куда попало. Помни, что с тобой? Я боюсь, что мама всегда будет недовольна мной. Исправь это. Начни с малого. Точно. Я могу все убрать, и мама будет гордиться мной. Да, я помогу тебе. Это сюда. Это я выкину. Это уберем. Что вы делаете? Остановитесь. Тут протрем. Готово. Теперь дом не похож на свалку. Ты умничка. Я горжусь, что у меня есть ты. Ура! Я победила свой страх. Пошли, Кингер. Какая узкая дверь. О, нет. Только не это. Я чуть не застрял. Где это мы? Вы в колледже, где учится помни. Нет, только не колледж. Меня там обижали. Не все же тебя обижали. Вот сейчас и узнаем. Посмотрите, кто это тут. Это же помни. Помни, это твои друзья? Нет, давай уйдем. Мы же тебе говорили не возвращаться в колледж. Но я и не хотела, так получилось. Смотри, какой у нее прикид. Да она просто клоун. И даже без своего костюма. Да, они издеваются над тобой. Да, я боюсь им ответить. Ничего, не бойся, я же с тобой. Хорошо, я попробую. Смотри, я помни, я клоун, ля-ля-ля. А ну отошли от нее. Какой милый пёсик. Мы почти даже испугались. А стоило бы, он меня отлично слушается. Кингер, накажи хулиганов. Продолжите меня обижать, я выложу фотку в Инстаграм. Мы больше не будем. Спасибо за помощь, ты просто чудо. На один страх стало меньше, а на один ключ больше. Мы победили все твои страхи, и вот награда. Это не награда, это проклятие.
Ты победила свои маленькие страхи, но этот слишком сильный. Тебе с ним не справиться. Я думал, я много чего боюсь, но ты боишься даже смеха. Я боюсь не смеха. Но в цирке есть только смех. И клоуны, которых я до смерти боюсь. Привет, помни, ты все еще боишься меня? Не подходи ко мне. Бу-у-у. Я уже научилась защищаться. Получай! Кажется, это не помогает. Помни, давай поиграем. Бу-у-у. Нет, я не хочу. Стоп, тайм-аут. Нам нужно кое-что обсудить. Окей. У меня есть идея. Я слушаю. Если он хочет сыграть, тогда пусть играет в нашу игру. Кингер, ты гений. Помни, время вышло. Я согласна. Отлично. Но помни, предлагает игру. Шикарно. Сыграем в красный цвет. Давай, я знаю правила. Зеленый цвет. Красный цвет. Сейчас я тебя поймаю. Зеленый цвет. Красный цвет. А, он так близко. Сейчас ты скажешь зеленый цвет, и я стану еще ближе. Точно. Что ты делаешь? Ха-ха-ха. Ну и кто теперь смеется? Помни, ты меня обманула. Спасибо, что помог. С меня вкусная косточка. От косточки не откажусь. Похоже, мы выбрались наружу. Кажется, ты прав. Как ярко. Выключите этот свет. Ой, извини. Так лучше. Нет. Нет, 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 нет. Это сцена. Ты боишься выступать на сцене? Да, это ее самый большой страх. Да, больше всего боюсь, что у меня нет никаких талантов. Этот страх тебе не перебороть. Нам нужно шоу! Видишь, они ждут шоу, но я бездарность. Неправда. Может, ты хорошо поешь? Я попробую. Ми-ми-ми! О, это ужасно! Вот видишь? Может, ты умеешь играть на скрипке? Я попробую. Прекрати! Я больше не буду пробовать. Тогда я тебе помогу. Повторяй за мной. Вау, класс! Супер! Им что, нравится? Да. Помни, получает награду за лучшее выступление. Спасибо. А вот и выход. Пошли. Я потом догоню. Тут очень крутая тусовка. Окей, до встречи.